На самом деле, насчет качалок, там поддерживать свою фигуру, это, ну, на меня посмотрите, я достаточно давно на сцене, да, 25 лет, вот, по-моему, я неплохо сохранился. Вот. Я занимался спортом достаточно много в юности, то есть это был и хоккей, и бокс, и там всему понемножку. Там, конечно же, летом пионерский лагерь, там, скажем, это всегда футбол, турниры между там, пионерскими лагерями были. Вот. То есть достаточно спортивно проводил молодость. Вот. И сейчас тоже, то есть каждое утро у меня зарядка, там какая-то растяжка, то есть дыхательные упражнения, штанга, отжимания, все это как обязаловка. Вот. Конечно же, слежу за весом обязательно. То есть если какой-то скачок, то это какое-то разочарование. Не надо было вчера торт есть. Вот. Хотя очень хочется иногда.